как еще раз говорится? Моя новая пушка, марка игрушка. Да, совершенно верно. Барок, чтобы стать тулифа в отчестве. Ну что, друзья, всем добрый день. Мы находимся на Игоре Драйв. Я прошел топ 32. Это, конечно, было сложно не сделать, потому что, к сожалению, 27 пилотов всего. Но я не очень доволен своим результатом. Есть ошибки. Вывалился тремя колесами за линию. Но дальше все было четенько, красиво, вообще как надо по линии. Ну, на постановке немножко подвылился. Было прохладно, и немножко по давлению, немножко не догадали. Вот, а сейчас у нас парад пилотов, будем раздавать автографы, и у меня в прямом эфире, значит, находится сейчас... Это прямой эфир, который записан. А, да. Да, с история. Степан, как считаете, вот хорошо быть первым? Я считаю, что это будет, знаешь, лейтмотив всего этапа. Вот просто команда Карель Рейсинг первая. Согласен. Так, сегодня у нас, значит, в прямом эфире Toyota Supra, BMW 2... М2, 235-я, может быть, 40-я, и старушка. Также у нас тут рядом легенда дрифта Георгий Чевчан. Этого парня вы наверняка знаете. Он ездит еще в Европе. Давайте спросим у него пару слов, что он думает. Здравствуйте, молодой человек. Представьте, пожалуйста, как вас зовут, кто вы. И в документике можно, пожалуйста? Ленин Шнайдер, я езжу на третьем Марк 2. Только пушки, а все остальное это просто игрушки. Класс, красава, согласен. Кроме БМВ. Роман Тивадар своей красивой серо-синей. Дальше Лукойл и много-много-много других пилотов. Вот, а поеду я 32, первый в истории топ-32 с Сергеем Саком. Сергей Сак быстрый пилот. У него гочевская подвеска, как сказал мне сам Георгий. Поэтому будет на что посмотреть. Ну что, друзья, вот и закончился мой первый в жизни РДС GP, да еще и в Питере. Ощущение прекрасное, на самом деле, к сожалению, не получилось показать максимальные результаты, но я для себя нашел много всего нового, это новый опыт. Нашел для себя то, как нужно ехать правильно с быстрыми пилотами, хоть у меня был всего один заезд, но я еще успел на тренировку парно прокатиться. Вот, в целом, результатом я, честно скажу, недоволен своей работой. Есть ошибки, но с другой стороны, я четко знаю, что нужно сделать, чтобы эти ошибки исправить. Поэтому это самое главное. Будем тренироваться и использовать весь этот опыт, накопленный здесь, на РДС Европе. Всем дрифт! Всем спасибо! Увидимся завтра. Подходите на автограф-сессию. Я тоже буду. К сожалению, не в руле, но автограф продать могу. Если кто-то хочет, welcome. Все, пока-пока. Этапе российской дрифт-серии RDS GP. Два колеса за белой линией. Тут уже все четко, перекладка.